море, море. Так. Тут пока стоим, короче. Загораем, пока в тепле. Решил Санек разобрать автономку. Поменять котел горения. Вот такой вот котел в автономке. Вот, это он уже дырявый стал. Вот такой вот он. Стоит вон в той вон хрени. Вот это вот таблеточка такая тут есть маленькая. Вот такая вот. Вот такая таблетка. Она, значит, оттуда изнутря. Вот она там стоит внутри. Она отвалилась. Вот там внутри она стоит. Вот, то есть вот эта сквозная. Вот сквозная она стала. И при запуске работает, начинает нагреваться и глохнет. А вот здесь вот она стоит, вон она там внутри, запаянная. Это уже новые приобрели. Вот. И сейчас идет замена его. Старого на вот этот вот новый. Автономка работала очень долго. В каком году, Санек, ставили? В 8-м или 7-м? В 6-м, да? С 6-го года, можно сказать, до 16-го, это 10 лет. 10 лет она работала. Вот такая вот байда. Вот Санек сейчас ее устанавливает здесь, меняет. Так, у Валеры своя проблема. Че говоришь? Ну-ка еще раз. На подачу масла, как гость. Так. У Валеры проблема в том, что он меняет турбонаддув. Какой переход там идет? А? С 14-литрового. Ну это едва там идет конусная, а у меня вишенка. И там, видишь, подача масла такой, вот он, прямой. Так. А у меня на конус. Подача масла. Так, ну у Валеры сейчас посмотрим, что там. Он меняет турбину. У него 14-литровый Детройт. Вот. Он его переделал под давно-давно под простой, без ЕГР, без ни хрена. И у него немножко идет перепад. Мотор в разнобой работает. И вот он решил эту турбину вот поменять на вот эту турбину, на 12-литровую, с 12,7 Детройда, в общем. Вот, вот такая малюсенькая. Вот, и у него переходник вот этот масло, я так понял, этот переходник масла у него другой. Вот сейчас посмотрим. Вот. Ага, трубка давления масла, в общем, она получается другая, да? Вот, и она получается не подходит, вот это вот. Вот. Ну-ка, мерим сюда. А почему не подходит? Здесь она подходит. Что-то... Не пойму. Валера, почему подходит же она? А это заворачивается туда. Я знаю. Здесь конусная резьба, а здесь прямая начинается. Вот. У него трубка. Я вот что думаю, смотри. Вот, видишь, у меня трубка есть. Сейчас вот это отворачиваю. Эта толщина одинаковая. Вот эту хуйню туда подходит, ну, ту, вкручиваю. А вот эту гайку туда. А вот здесь просто развальцевать. Чем есть развальцевать? Вот трубку развальцевать. И она, сейчас я вот это распущу. Сейчас. А она не одинаково получается, что ли, да? Да, да, да. Блядь, ну-ка, подожди, ты не суетись. А. Здесь она прямая. Она не может быть, она там такая. Здесь, короче, получается прямая с резиночкой она, а там зачем? Конусная, да? Зачем? Декстра. Это стоит от турбины, которую мы будем ставить. Я тебя понял. Не может быть, она должна быть тоже плоской. Но мы все равно эту хуйню не оденем туда, пока не открыли. А ты не открути сначала, сейчас глянем. Сейчас, подожди, зачем открыть? Два ключа, короче. Короче, тут
идет попытка обмануть Янков, короче, да. Не, ну как, это же называется, ты же, люди как посмотрят, например, как делают. Хренак зашел в магазин, купил трубку, купил слив, этот. А тут, блин, получается, ты хочешь оставить эту трубку и этот слив оставить. Вот. Получается, этот слив останется, егошний. То есть, вот эта вот трубка. Не надо будет гофровую брать. И вот посмотрим, как что сейчас из этого получится. Посмотрим. Детройт. Что я похарю? Ну, на 17 ключ подавал. Там 17 или 15. 9 или 15. 16, по-моему. 16. Да, вот так вот. Пока стоишь, это Феодосия. Ремонтная база Эдельвейс, короче. Ой, блин. Передвижной мобильный сервис, короче, это называется. Одни мастера, блин, ё-моё. Короче, один я только лентяй, короче, ни хрена ничего не делаю. Стою вот между ними. Вот, может, тоже что-нибудь сломать, что ли, ёлки-палки. Вот. Чтоб скучно не было. Так, ну Санька-то запчасть есть, все нормально, он сейчас эту автономочку забалабесит. Самбуса уже готова. Сейчас еще за самбусой пойдем. Вот. Вот такой вот щеточкой. Вот такой щеточкой. Сейчас вот почистим вот эту схему. А тут здесь пылище, хренище такое, что уже по ходу замыкания идут. Потеря токов может быть добыть. Вот, такая вот грязюка на ней. Ну, а это копоть. Вот, сейчас это все почистим. Вот так щеточкой, аккуратненько, аккуратненько. И она свой первоначальный вид будет приобретать. Вот, а грязюка какая на ней остается. Это за 10 лет, ё-моё, блин, накопилось. Вот она, оп-оп-оп-оп-оп, вот так вот, раз. Ого. Да, короче, вот такая вот фигня на ней. Можно представить, как она работает, да? Или как она будет работать, если это все оставить. Вот. Вот так вот, короче. Пока тепло, можно отремонтировать ее, как бы, да. Тут запчастей от нее море целое. Ну а что? Автономка 10 лет служила. Такие морозы работала как танк. Вот. Заслужила замены котла, короче. Я так понял, котел горения. Вот, который сам в нем происходит горение, как бы, солярки. Потом она это тепло отдает вот на этот корпус. Теплоотдачу с котла. И он как бы обдувается и дует тепло уже в кабину, да. А это выхлоп, а это всас. Вот ты, блин, придумали-то, да? Молодцы, конечно, кто придумал такую печку. Вот. 10 лет самарская автономка 3-киловаттная отработала на Интере нормально. На этом Фредди стоит 4-киловаттка. Не знаю, насколько она протянет. Ну, пока работает. Вот. У Валеры там она, Фредди, тоже стоит 4-киловаттка.
Так, давай посмотрим, что из этого получится, потом еще засниму, как получится турбину переставить. Вот здесь вот руки надо помыть, Санек. Руки мой давай. Не знаю, вот тут накрыл такую вам поляну, ё-моё. Чай просто. А-а-а. Тут помидоры перемолоты с чесноком, с перцем, самбуса. Только что с тандыра, ё-моё, горячая. Хочешь уксусом поливай, с перчиком, да, там замутин такой. О-о-о, кайф. Так, все, последний раз говорю, обед. Так, вот, съемка пошла. Пробный запуск был. Вот эта турбина 12.7. Вот в таких походных условиях Валера была переставлена. Работает нормально, все обсыхает она, вот дымит, поэтому парит. Ничего сложного здесь нету. Единственное, похарится чуть-чуть и все. Ну, кто знает, кто понимает, тот понимает, что это такое. Масло не бросает, все сухо, сухенько. Крутится, и вертится. Когда блядь, заебся нахуй, блядь. Вот это значит затягивать, пока его так вот, ну, не расчертил, вот так не раскружил. Затягиваешь, она вклинила турбину, блядь. А потом вот так провод затянул, и все, и пиздец. Ага, понятно. Это крыльчатка задевала, значит, да, об, да, этот, да, об, да, корпус, да. Потому что она же в одном месте стояла, а там повернул уже в другое место. Но факт в том, что капиталистов пришлось все-таки обмануть, короче. Этот 14-й Детройт, он уже переделан, короче, под 12-й. Тут все как у всех. Вот. Турбо, шмурбо, все нормально. Вот. Старую турбу убрал уже, Валера. Ты сколько будешь там жить? Я две. А что ты бежишь? Подожди, сейчас возьмем, что. Так, ну все. Как запуск произведется, еще раз заснимем. Работает! Детройт шепчет. Все нормально, Валя? Ничего не горит там, чеки-меки. Походу ровно работает. Да нормально работает, что ты. Карбюратор не пускает, где запалится, где запалится. Все, короче, ремонты все закончились у всех. Все собрали. Саня автономку, Валера турбо, подушку, энергач. Вот. И замутили небольшой столик такой. Саня, как твой столик к стульчику? Нормально? Ну-ка, вот так покажи ему. Вот этот посмотрит же. Опа-на. Вот столик и вот стульчик. Вообще нормально. Можно еще вот на таком фоне. Давай. Выгружайся в Архангельске и подтягивайся в Феодосию. Еще пока есть время, позагораем тут, короче. Вот так вот. Короче, сегодня будет картошка, лук, селедка. Вот так. Сейчас чай зеленый с сахаром, нормально. Ой. Все.